готовит сейчас правительство, наступит апокалипсис, считается. Здесь? Да, поэтому его строят до сих пор. Этот? Да, да, да. Какие-то работы на нем постоянно идут. Впечатлен? Весьма. Мытищек есть такие здания? Мытищек. Очень много. Особенно в моем Трупасовском переулке. Может, они вверху шли? Ну, вот люди... Кто? Какие лишние? Или наверх. Куда? Ну вот тут есть. Вот, гид здесь. Тише. Тише? Тише, да. Это здесь вот этот церковь. Это храм. Да. Есть история такая, что архитектор никак не мог по чертежам все это нарисовать, и сатана, дьявол, он говорит, сделка, с дьяволом душу, а жена... Утром петухом прокукарекала. Знаете такую байку? Да, знаю. И да. Сама чертежи у сатаны украла и душу спасла, и чертежи этого собора нашла. Там есть несколько вариантов такого, да. Ну, уверяю, сатана здесь ни при чем. Не. А с кем он тогда сделку хотел сделать? Ну, а как вообще? Здесь это все очевидно. С Богом? Да, вдохновлялась. Понятно. Так он достроен собор или как в Барселоне еще не достроен? Нет, достроен, но тут постоянно есть тур реставрации. Так, кто-то еще идет? Или идемте, идемте. Пел оперные певцы, повороте, какая-то акустика. Акустика отличная. Служба. Но это вообще только здесь духовная музыка, и это вообще не спектакль такие. И все иногда имеют что-то с музыкой. Это редко бывает, что тут духовная музыка? Или каждый Нет, день? Каждый день. Орган работает, да? Орган – это церковь действующая. 6 богослужений в день. 6 дней, да? 6 дней, да. Это и орган тоже 6 раз в день? Нет, не всегда. Это там пару раз в день. Просто хотелось бы узнать, когда можно прийти именно орган послушать. О, вот уже было 12 часов, как раз там была как раз молитва. А сколько стоит стандартный вход в деньгам? Никакого входа. Бесплатный? Да. Ну, как здорово. Вы не снимаете сейчас? Нет. Потому что нельзя. Я вход. А, это лифт? Это лифт. Давай, 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 давай
высота 45 метров. When you are just inside and you're looking up at the walls, I guess you are not much thinking about that there is something else above the walls. But there is another world up here, and that's the world of the Jews. And the cathedral looks quite different from here. You see that those elements that were looking so tiny from the ground now turn out to be not so tiny in the pinnacles. And another good example of how monumental the cathedral is and how difficult it is to estimate the correct size. If you look up to the tower, halfway up the last windows, left and right, you see in the corners huge angels. Those angels are almost 3 meters tall. You wouldn't tell it from here, but that's the size. And you see, looking at the surfaces, that there are many damages, weathering damages, wall damages. Then there are obviously replaced pieces, like over here. And that's the task. Our workshop is busy with more than 100 people work here permanently, and about 80 of them are craftsmen. About 50 of them have to do with stone technicians, stone masons, sculptors, and we spend at least 7 million euros a year for the maintenance of the cathedral. What is never going to stop around these that you would normally see in the museum. They belong to the cathedral and still keep them here, so it's the only way to see down to come up here. This model goes back to the time after 1914 and shows how everything was looking like before the war destroyed almost all the buildings. You may have information about that Cologne was the last. Ты в раю фоткаешь, фоткаешь в GPS сразу. Это перестаешь. Серьезный человек. Знаешь, какой серьезный? Какой? Тяжело дышишь, ты. Ну, конечно, ключ поднимать 35 килограмм. В моем возрасте. Забыл, у меня проспектик лежит в кармане. Напоминает о бредности. You see, nothing grows on it, and it doesn't produce earthy patina. The weight is good to stay put, and so is the steep angle shaped into the distance. Ну какая тебе диковина больше понравилась, Павел? Сибург? Или Кёльнский собор? Давай не будем срать. Ладно, на все вопросы есть ответы. Кого ты больше любишь, папу или маму? Всегда же есть ответ. Согласен. То есть у тебя был чемпионат в Риге, два в Кёльне, а четвертый какой? В Москве? Братислава, Москва. Пять, значит, ты говоришь четыре. А я Москву не посчитал. Я заболел там после первого дня. Две Москвы у тебя получается. Седьмой год и 16. В седьмом году я пропустил, по-моему. А может быть и был в седьмом. Пиво там наливали мутищ, в отличие от... Нет, я, по-моему, не ходил. Я, по-моему, с Дюбер засылал. Ну, куда полезли? Меня это поругает. Хайдарочек, улыбнись. Господи, боже мой. Как вам скачок в сборной, Владимир? Расскажите, ваш воспитанник как? Пока не впечатляет. Ой. Смотри. Это вообще что такое? Смотри. А вроде бы тренер на Олимпиаде в Сочи работали. Куда ты залез? Ну, мы еще молоды духом. Еще не сказали своего последнего слова в хоккее. Панарин-то был в Акбарсе. Почему не закрепился? Взрослый человек это забрать. Да-да. Что с Панарином в Акбарсе было не так? Почему его не ставили в основу? А это был-то при Крикуной вообще, не при Белидине. Извинимся тогда перед землей. Как в Думе.
Проходи, Юр, сюда. Видел, что было написано? Нет. Ебени 3. А, это да. Слушай, ты так проходишь нормально. Вроде потому не... что я очень худенький. И поджары. О, слушай, кольцо, Юра, кольцо. Что это такое? Поджары, это секта, пацан. Секта, секта. Там ушел внутри. Сектар. На Волонте почему играют здесь? Это же не Германия, не Шотландия. Можешь соседние кошки сдвинуться? Просто зачем они в круг стали? Скучно. Волынщик как сверчок. Вроде где-то звук есть, а не видно его, да? Ладно. Красивый кельм. Спасибо, что мы сюда попали. Жаль, не в Париж, конечно, но спасибо за кельм. Вот. А-та-та. Все, что я могу на это сказать. So 68 meters is the height of the crossing tower where we are here now. And that's of course one of the nicest views that you have here inside. Павлик. И кишорок за спиной настораживает. Шорох.